27 дней осталось до Нового года. В детских садах Чебоксар начали готовиться к праздникам. Украсить группы уличной территории в этот раз решено поделками, которые сделают сами дети и их родители. Мы делаем коробочки такие, чтобы туда класть конфеты всякие, сладости. Их делать очень легко из бумаги. У нас есть преподаватель Марина Альбертовна, она нам помогает их делать. Кто-то делает коробочки, кто-то осваивает технику декупаж. Когда эти шары подсохнут, они будут украшать группы детского сада номер 163 «Колокольчик». Я клею елку на шарик, чтобы было красивее. Украшаю шар. Городское отделение Союза женщин Чувашии совместно с управлением образования запустило замечательную акцию, как вы заметили, 550 добрых дел дошколят. В рамках этой акции проводится много мероприятий. Одно из них – вот мастер-класс для детей и родителей. Мы с удовольствием научим делать игрушки любого желающего. Концепция украшения всех дошкольных учреждений города – единая. Ее разработала специальная творческая группа вместе с заведующими и старшими воспитателями. Помимо Деда Мороза и Снегурочки, главным персонажем нынешних новогодних сюжетов в соответствии с гороскопом стал Пятачок. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Павел Редков. Республика.